Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня в Эмирате Шарджа прекрасный день. Мы с вами в инновационном центре SkyWay. И наша команда пополняется. Каждый день приезжают новые специалисты. Вот сегодня первый рабочий день прибывшего вчера бухгалтера из Москвы. Давайте он сам себя представит. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Андрей Павловский. Соответственно, сегодня первый день на проекте из Москвы сам. Первые впечатления довольно-таки положительные. Все строится, все работает. Расскажите о своем предыдущем опыте. Какое у вас образование, какой опыт работы, какими языками владеете? Предыдущий опыт работы у меня в разных странах, в том числе и в Эмиратах. Долгий период был, 7 лет. Отдельная страница моей жизни. Соответственно, владею английским, арабским на бытовом уровне. По специальности, соответственно, финансист, международник, Афганистан, Индия, сложные страны, Ирак в том числе, Иран. Соответственно, вот сейчас опять возвращаюсь в Эмираты. Ну да, история имеет обыкновение идти по спирали, но надеюсь, что это на новом витке ваша карьера сейчас развивается. Как вы думаете, что вы ожидаете от, скажем так, от вашей работы здесь, в Шарже? Что ожидаю? Нормальную, стабильную работу на долгие годы. Спасибо. Разделяете ли вы идеалы SkyWay? То есть стремитесь ли вы вместе с нами спасти планету? Ну, сейчас тренд идет по экологии, поэтому в любом случае посильно надо вкладываться в это дело, потому что и так, так сказать, по-простому закакали планету. И острова пластика в океане, так как я занимаюсь парусным спортом любительским, то вижу, как в морях, в океанах мусора очень много плавает, пластикового. Так что вот это, раз это поможет спасти экологический проект, то почему нет? Ну, я думаю, вы выбрали правильное место, потому что здесь прекрасный Персидский залив неподалеку. Я думаю, вам будет время после работы, чтобы заняться своим любимым хобби. Hello, dear friends. We are continuing to introduce the members of our team in Sharjah who are helping Anatoli Unitsky to create his string transport. Today I'm talking to a guy from Palestina, Mr. Mohammed Sabah, who will tell you about his position, about what he's doing here, etc. Hello, Mohammed. Hello. What is your position and what is the company you work for? Well, I am site engineer in SkyWay GreenTech. I start work here since April last year. And about my position in this company, SkyWay, helping SkyWay team engineer communication with other contractors, because you know in this UAE, most of the contractors are local people or speak Arabic language. They speak English, but they not that good. So my position here in SkyWay to communicate, help SkyWay team to communicate with them. Thank you. And what is going on here at the moment? At the moment, concrete work almost finished 100%. Now it is done just the partitions. As you can see, they are doing aluminium partitions for doors opening and doors closing for the passenger out and in. And the ceramic finished. This is like finishing work. And maybe 1 month, 2 months, it will be ready. Thank you. And people from how many countries work with you, work here creating SkyWay technology? Well, at least there is at least 6 or 7 countries. This is the engineers. But if I am talking about labor and other stuff, it will be more. Yeah, I've heard that about 20 or even more than 20 countries. Yes, it will be that number, yes. Are you pleased with your work here? I am very pleased with this work, yeah, because you know it is a new idea, a new thing. We are presenting a new idea for the world about this technology, this transportation system, and I'm eager to see this idea growing
And I start with SkyWay like first time when they start here. So I am with them, you can say, from zero. I am eager to see this company will be global. And it is very good idea, very good work until now, yes. Thank you very much. So follow the updates on our official website, subscribe to our YouTube channel, join our project, soon it will become global. Build SkyWay, save the planet.